Ребятки, всем привет, с вами Серега. Выбрався сьогодні опять на рибалочку, вот на нашу кладку уже приехал. Еще не разлаживался, сейчас буду разлаживаться. Взяв сьогодні я с собой 3 удочки. Ось такі от, потом дальше расскажу, яка скільки метрів. І, ребятки, взяв я 3 удочки не просто так. Дело в том, что був я тут вчора на рибалочке, вчора погода вообще була, так сказать, не для рибалки, то что ветер великий был, хотя сегодня тоже есть, но сегодня поменьше. Ну и вчера удалось мне тут поймать 2 хороших линей практически возле берега, ось тут. На пучок червячков, ребятки, поймались, так что будем сегодня пробовать. Взял я сегодня червячка с собой навозного, переловочку с медом, кстати, на ней вчера тоже поймал одну хорошую рыбку, это карасик. Чуть-чуть не дотянул до килограмма, вчера, к сожалению, не снимал, но фотографии я вам сейчас вставлю, вот подивіться, десь тут, не знаю, будут фотографии тих рыбок, яких я вчера тут поймал. Ну, надеюсь, сегодня мы что-то похожее поймаем, так что, ребят, будем раскладываться, будем начинать, и потом уже как разложимся, про прикормочку вам расскажу, про по снастям все расскажу. Ну, ладно, ребятки. Забрасываем. Ну что, ребятки, 2 удочки закинул, и вот закидываю сейчас 3-ю, на яку вчера поймался первый линь. Вот прицепил я сюда червячка вот так, 2 штучки. Сделал такой пучок, так сказать. И закидываемся. Удочка, конечно, такая вот, как видите, гнется дуже сильно. Но вчерашняя линя выдержала. И я, так, я думаю, что сегодня, если будет, то она не подведет нас. Вот, ребят, закидываю, и тут прям под берегом он меня тогда и клюнул. Так, все. Ну и ставим, будем ждать. Уже была одна поклевочка, тоже на червячка. Я красную удочку надел. И была уже поклевочка на ней. Но так ничего пока не поймалось. Ну ладно, ребятки. Сейчас я все перезакидываю и расскажу про снасти все. На что сегодня будем ловить. Ну что, ребятки. Ловитимем сегодня мы на 3 удочки. Вот, как видите, уже закинул. Самая большая удочка у нас 6 метров ось, с правой стороны, на которую обычно ловлю леща тут. Также про ту, что, на которую я всегда ловлю, это 5 метров красная ось, слева. Ну и посередине я взял сегодня специально, чтобы удобно было ловить ось тут под берегом. Чтобы длинная сюда не кидать, то что будет неудобно потом вытаскивать. Написано, что эта удочка тут 6,3 метра, но по факту там десь, наверное, метра 4,5, десь так. То что вот, вона даже меньше 5-метровой. Ну, будем ждать, ребятки, поклевочек еще. Подивимся, как сегодня покажет себя эта удочка. Ну, тоді... Опа. Ребятки, поклевочка. Блин. З'їла пучок червяка. Начало что-то клювать. Хотел сейчас рассказывать как раз про удочки, на які ловлю. И что-то поймать. Чуть не поймалось. Червячки у меня, конечно, не прям много, но все же. На перловку пока мовчить, а вот на червячка возле берега что-то потащило так. Возможно, линь стоял тут. Ждал сейчас после вчера. Опа, что-то клюнуло и на ту удочку. Так, закидываем недалеко. Под бережок. Так, ребятки, что-то уже долбе. Это мелочь, наверное. Мне кажется, не может крупная рыба так сразу клюнуть. Так, ладно. Ребятки, будем ловить сегодня на 3 удочки. Так, ладно, ребят, ну,
Уже первая поклевка, хорошо. Ну, теперь трошки расскажу про снасти. Ловить сегодня будем на три удочки, от 6 метров, самая великая 5. Ну и на среднюю, самую маленькую, я не знаю, сколько тут, тут написано просто с этой стороны, вот, что она 6,5 метра. Ну вот, если дивиться, то она, ну не знаю, метра, наверное, 4, 4,5, десь так, блин. Друга поклевочка, ребятки. Рыбка не дає рассказать усе. Так, ладно, хай поки полежит. Ну, может, 4,5 метра вона. Ну, будем пробовать ловить. Ловлю сегодня, как и сказал, на приловочку с медом и на червячка ось тут стоит. По прикормочке, ребятки, сегодня использую прикормку от Real Fish. Творог, лінь карась. Вот на колотив, как видите, зелененькая такая. Сперловочка, как всегда, я делаю. И добавлю туда еще криля. Ну, будем пробовать, блин, уже есть поклевочки. Надеюсь, что крупно сегодня у нас клюне. Ладно, ребятки, не переключаемся и дивимся дальше, что у нас сегодня получится. Ну что, ребятки, первая рыбка. Вот такая вот уклейка, блин. Так хорошо потащила. Причем на пучок червяка, ну, блин, вообще не знаю, как она его стащила так. Ну ладно, будем пробовать, не знаю, может сейчас червяка еще не будем цеплять, трошки позже поцепим, чтобы не расходовать пока, может будем приловочку. Ну, этого мы отпустим, ребятки, потому что я не буду брать их. Так что хай плыве и зове нам линяк, карася и леща. Все, поплыв. Так, ладно, ребятки, будем ловить. Пока что вот тільки на цю удочку була поклевка хороша така і поймалась рибка. Ну, а на остальні поки мовчить. Ладно, ребятки, будем ловить. Подивимося, що... Ну що, ребятки, тільки що була ще поклевочка така інтересна на красну удочку, на пучок червячка там стоїть. На зелену я поки поставлю. Поставив на маленьку ось на цій, що під берегом поставив перловочку. Опа. На приловку, ребятки, тільки сказав про цю удочку, щось клюнуло. Стояла вона минут 10, наверное, не клювала нічого. І спочатку щось клюнуло на пучок червячків рядышком, трошки далі, возле кувшинок. І от на оцю. Так. Опа. Опять щось на пучок червячків, ребятки, клюнуло. Червячків сложно закидывать, то що поки вони долітають до дна, блін, їх мелочь перехватує і швидко з'їдає. Із-за цього не дуже удобно, но якщо буде рибка на них ловитися, то опа, опа, опа. Оп, блін, ребятки, виложила щось. На пучок червячків щось виложило, поплавочок, но не засеклось. Возможно, був лещик или подлещик, щось таке. Ну ладно, будем ловить дальше. Подивимося, що ще поймаємо. Хотілося б сьогодні ще хоча б одного ліня поймати. Такого хорошенького прям. Ну ладно, ребятки, дивимося, що у нас получиться. Ребятки, опа, перва рибка. Лещик. На перловочку я поставил. Вот такой. Непоганый. Первые, ребятки, есть. До цього тоже була поклевочка хороша, но не засікся. Так. Ай, стой. Ось такий от подлещик, ребятки. Ну, візьмем такого, хай буде. За самий краєшек губи. За верхню губу взяв. Ось такий от, ребятки, подлещик перший єсть. Так, ладно. Сейчас мы его в ведро. Она зацепилась тут. Сейчас мы его положим в ведро и будем ловить дальше.
Взяв на дві перловинки з медом. Наконець-то гілі закинулась тут під берег на червячка, на пучок червячка. То що не виходить ніяк. Мальки сідають. Так, ладно, ребятки, зараз ложимо цього в відро і будемо ловити далі. Ребятки, очередна рибка. Клюнув практически сразу после первого подлещика. Иди сюда. Вот такие вот ребятки. Ну такого отпустим. Хай плыве. Так. Цей взял уже лучше. Ось такий от подлещик маленький. Так от. Так, ну давай, пливи. Так, все, ребятки, будем ловить дальше. Блин, хочется побольше уже поймать. А то це якісь не дуже крупні, конечно. Ну ладно, будем надеяться, что под вечер подтянутся покрупніші лещики. Була поклювочка на красну удочку. Щось перетопило. Ну поки все. Притопив і все. Возможно, пробую лещик. На середню удочку поймав всього дві верховодки. Блін. Опа. Блін. Щось потащило в сторону так. Так от, поймав на неї всього дві верховодки, так що теж прицепив дві перловинки, вони їх хоч не так їдять. Тільки цепляєш черв'яка, зразу налітають верховодки. Так, ну ладно, будемо ждати. Подивимося, що вийде. Він дуже хочеться сьогодні поймати ще ліня. Ну. Если не получится оленя, то как минимум хорошего лещика поймать бы было тоже непогано. Ну ладно, ребятки. Будем ловить. Опа, ребятки. Очередная рыбка. Плотва. Тихо. Непоганый размерчик. Ладошечно. Так, отправляється в відро. Така нормальненька плотвичка. Стой. От, ребятки. Давай, йди до подліщика. Так, ладно. Будемо ловити далі. Подивимося. Рибка вроді потроху почала прокльовуватися. Два подлещика, плотвичка, може щось іще подійде. Так, ладно, ребятки, будемо ловити. Ребятки, поймався окунь. Такий, кстати, непоганий. Стой, стой. На удочку. На цю. Блін, ну ти заглотив, звісно. Як тепер доставати? Заглотив саму пасть. Ось такий такушок. Так. Зараз будемо якось доставати. Опускався якраз. Пучок черв'яків поставив на ліня. А поймався, блін, такий окунь. Ладно, зараз відціплю його якось. Ну і вже навряд ли його випустить. Получиться в нього там попало в жабра. І не знаю ще, як я його випутаю. Ладно, ребятки. Зараз випутуємо його. І може до цього часу ще щось клюне. Ребятки. На удочку, на саму маленьку клюнув подліщик. Блін, капець, вона гнеться. Ну такого візьмемо, я думаю, непоганий.
Блин, я так надеялся, что уже будет карасик или линь, но клюнув подлещик. Чуть меньше, чем той. Вот такой вот. Ну, две перловинки. Пока что не ставлю я червячка, то что его съедают мелкие рыбешки быстро. Так, а ну стой. Чуть-чуть меньше буквально, чем первый. Давай. Так, ну ладно. Радую, что хоть клює. То, что если бы не клювало, было бы хуже. Ребятки. Блин, лещик клюнув. Ты шо, він тут в камыши? Ну не кажи тільки, що запутався. У-у-у-у. Блин, на цю удочку вообще прикольно тащить. Стой. Опа. Есть. Стоит возле берега прям. Пока что самый крупный за сегодня. На самом мелкую удочку, блин. Так, ребятки. Ну и не таскать начал, конечно. Ну, заїв хорошо. Подлещичок такий. Може, грам 400. Ну, а більш не хоче ні на що клювати. От клюнув тільки під берегом. І все. Ось такий от. Уже непоганий. Ну, все равно хочеться вже покрупніше. То що... Все равно мелкий. Ладно, ребятки, будем ловить, блин, ну на цю удочку, конечно, таскать его. Прикольно. Правда, не знаю, если клюне что-то крупное, то навряд ли я вытащу, наверное, цю удочкой. То что... Она не такая жесткая, как эти две, которыми можно прям из камышей вытаскивать хорошо. И мне кажется, если что-то крупное, прям такое килограммовое на ней клюне, то... Це или сход, или может поломаться сама удочка. Ну ладно, будем цеплять и ловить дальше. Надеюсь, что подійде еще хотя бы карасик. Ладно, дивимся. Блин, ребят, дивіться, якого карася тільки що поймав. Короче, камера, вот как бачите, сейчас я вам покажу. С пауэрбанком иду. Стоит на зарядке, то что разрядилась уже почти. Думаю, чтоб... Не пропустить, если что-то будет, заряжу сразу. То, что на вечер должен начаться клев. И такой вот лапать поймался. Карасище, блин. Дивіться, как схватив. Вот. Это все. Блин, за краешек верхней губы. Еле-еле. Сопротивлялся вообще, что слон. Ну, такой, блин, цей круглый. Интересный. Конечно, не засняв, но я думаю, вы же бачили, как я карасів таскаю на удочку. Цей, в принципе, по сопротивлению был примерно такой же. Так вот, ребятки, вот такой вот карасик. Ну, круто, я считаю. Блин. Такий круглый прям. Ты шо, ты шо? Ну, таких бы еще штучки три хотя бы. И было бы отлично вообще. Ну, ладно. Отправляется до подлещиков. Так, блин. Не забрызгал там вас. Ух ты, что руки даже помыть не дает. Так, ну ладно. В общем, ребятки. Сейчас я подивлюсь, если уже трохи хоть подзарядилось, то цепляю камеру, то что не хочу пропустить. Они обычно стайками приходят. И не хотелось бы пропустить поклевочку хорошей такой рыбки. Кстати, клюну вот на две перловинки. Ну ладно. Будем. Ребятки, ну что, ось такое у нас видео сегодня получилось. Половили непогано. Ось такий карасик клюнув под конец. Ну и три ось таких от подлещика.
Также ще була мілач, ось в кінці густіра поймалась, ну, не показував. Ну, ось така у нас рибалочка вийшла. Считаю, не... нормально отловились. Ну, в принципі, рибка непогана. Ну, а кому понравилось таке відео, як сьогодні половили, то підписуйся, став лайк. І всім пока.